Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Неделя с 5 по 11 июня, как обещают астрологи, будет интересной и динамичной. В понедельник можно смело принимать важные решения, среда и четверг хороши для встреч с друзьями, а вот пятницу лучше посвятить рабочим вопросам, особенно если стремитесь к карьерному росту. Но вначале астролог Янина Балашова расскажет о знаке зодиака Близнецы. Под влиянием именно этого созвездия пройдут ближайшие 7 дней. Близнецы. Близнецы – знак зодиака, связанный со стихией воздуха. Это указывает на непоследовательный характер людей, родившихся с 21 мая по 20 июня. Символ знака – два близнеца или пара влюбленных, что указывает на интересное общение с таким человеком. Их речь приятна, они легко угадывают мысли и желания других, но также с легкостью обманывают сами. Эти люди свободолюбивы, деятельны, беспокойны, не любят физического труда и обременительных семейных обязанностей. Близнецами управляет Меркурий, планета писателей, ученых, преподавателей и людей, занятых в сфере распространения идей и информации. У них прекрасные способности к коммерческой деятельности, к работе, связанной с цифрами, фактами, и они могут быстро уговорить сделать что угодно. Овнам на этой неделе придется заниматься накопившимися делами, которые они все время откладывали. Обстоятельства заставят хлопотать по дому и уделять больше времени родственникам. Типичным представителям этого знака пока не до личной жизни. И еще звезды советуют: на работе не принимайте поспешных решений, тщательно проверяйте информацию. Тельцы, примите к сведению, что предстоящая неделя хороша для романтических встреч, а на работе успех будет зависеть от вашей инициативы. Проявляйте активность, начальник это оценит. Благоразумие и доброта – спутники этого периода у близнецов. Вы легки на подъем, с открытым сердцем помогаете всем, кто в этом нуждается. Находите общий язык даже с теми людьми, с которыми ранее возникали конфликтные ситуации. Поверьте, ваше благородное поведение не останется незамеченным и вскоре принесет положительные плоды. Особенно порадуют на этой неделе встречи с друзьями. Интереснее всего вам будет в компании неординарных личностей. Общие темы помогут расширить кругозор и получить заряд энергии, которая поможет реализовать самые смелые проекты. Вторая половина недели обещает ракам успехи во многих делах, от уже привычных до совершенно новых. Больше импровизируйте, так вы быстро сориентируетесь в ситуации и поймете, как лучше действовать. Особенно внимательно стоит прислушиваться к подсказкам интуиции. Там, где дело касается денег, не исключение, что вы найдете простой и эффективный способ увеличить доходы. Львы почти всю неделю будут решать бытовые или семейные вопросы. Профессиональные дела позволят львам выделить дополнительное время на личную жизнь. Появление новых поклонников, вероятно, во второй половине недели. Из них самыми интересными для львов станут представители стихии Земли – тельцы, девы или козероги. Есть все шансы на серьезные отношения. Девы благодаря своему обаянию и дипломатическим способностям достигнут хороших результатов в профессиональной сфере. На этой неделе влияние Меркурия на ваш знак обещает успешное стечение обстоятельств, связанных с торговлей и финансовыми сделками. Для представителей знака зодиака Весы умение правильно распределять нагрузки на этой неделе будет полезным как для интеллекта, так и для кошелька.
Звезды советуют скорпионам решать все рабочие вопросы на этой неделе самостоятельно. В одиночку вы сумеете справиться даже с теми задачами, которые прежде казались невыполнимыми. Не пытайтесь получить что-либо силой, к чему с 5 по 11 июня настоятельно призывает миролюбивая Венера. Чем больше вы будете давить на людей и сопротивляться течению жизни, тем меньше ваши шансы на успех. Пустите все на самотек, тогда вы окажетесь в нужном месте и в нужное время. Стрельцам потребуются немалые усилия для самоорганизации. Слишком много отвлекающих событий вокруг. Но если удастся преодолеть эти обстоятельства, найти в себе силу воли, то результаты будут фееричными. Свободные козероги станут невероятно привлекательными. Вы легко вскружите голову понравившемуся вам человеку, а попутно можете взволновать и тех, до кого вам самим нет дела. Ходите на свидания, флиртуйте и не задумывайтесь о будущем. Лунное влияние 6 и 7 июня – наиболее удачное время для новых знакомств. Первый летний месяц принесет водолеям вдохновение, желание действовать, влюбляться и быть в центре внимания. На этот раз ваши мечты станут более конкретными, и вы сможете ясно представить, к чему вы стремитесь. Звезды обещают представителям воздушной стихии новые знакомства, а одно из них может стать поворотным моментом в вашей жизни. Скучать в период с 6 по 10 июня рыбам точно не придется. Вы станете участником ярких, неожиданных и захватывающих событий. Они помогут пересмотреть взгляды на жизнь, ключевые цели и планы на ближайшее будущее. 8 июня может прийти весточка от друзей, проживающих в другом городе, с которыми вы давно не общались. Игнорировать старые связи планеты не рекомендуют. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!